ногу на землю. Замечательно. Займите свое новое рабочее место, пожалуйста. Отдыхайте. Итак, 7 лет. 7 лет Максима будут называть. Вон, молотобоец пошел. Спустя 7 лет молотобоец получит звание подмастерье. Подмастерье – это почти мастер. В смысле студент. Еще 3 года студент. Общий срок обучения – 10 лет. Ехал подмастерье в город, сдавал экзамен и получал звание мастера. Не было понятия экзамен, было понятие штука. Топорник делает топоры, для него штука – это топор заданных размеров. Да чего вы тут собрались все на меня смотреть? Да, чего, скажу, тут все собрались на меня? Самка, иди сюда. Алло, ты куда пошел? Самка, кис-кис. Выходи. Так раз балк побыстрее будет. Повернись. Ну иди сюда, кис-кис-кис. Цыпа-цыпа, или как там тебя? Это, например, лекция, которая очень яркая, да, включить.